маячок. Все, едет. Зеркальный приказник. А, ну я хотел, уже снимал зеркальным приказником один, Икарин. Да, я тоже. Там дом 2003 года постройки, там, короче, фасад у него красивый-то, но лифт КМЗ. Зеркальный приказник прикольный, конечно. Ну стиленький, да. Стиленький такой. В Химках вроде много таких зеркальных. В Москве тоже немало. Я снимал как минимум 3 уже адреса таких. А ну-ка. О, смотри, окна. Уютненько. Прикольно вообще. Ковер такой welcome. Да, пожалуйста. И такое прикольное такое помещение. Можно посмотреть в окно. А, так это Минюст России вот это вот. Серьезно? Да, охраняемая тема — это Минюст России, офигеть. И я был у него на территории. Неплохо. Потому что там было все открыто, я такой прошел до метро чисто. Да, в самом деле, просто взял такой, завалился в Минюст такой, а я у вас лифты пришел снимать. Да, а что, приезд? Да, в самом деле. Да. Прикольный такой, знаете, с телескопическими дверками. Он выглядит какой-то с Европы. Ну, кстати, по фактам. Тут стоял какой-то раритет, вы понимаете? Еще сколько раритетов? Тут же сеточка. Я прикинь. Не обязательно распашки. Раритеты стояли везде. Заметно. А, вообще так. Опа. А, там что-то... плохо как-то видно. Там не везде сетка есть, блядь. Поджопник. Сука. Давай. Дебил. Все. Злоит. Во-во, сеточку видно тут. Ну, да. Видно, да. Но она не везде здесь есть. Ну да, там же перегородка стоит. Так странно, прям дверь в стену упирается. О, тут плафон на МЛЗ похож. Ну так у них везде вот это вот. У маленьких МЛЗ везде такой плафон. Экономия всего. Привет. Кто-то звонит. Ладно, пойду. А хотя... Звонит, блядь, звонит вообще. Звонит. Снимайте. О, подвал. Стенди. Стенди? HD? HD Стенди? Стенди, не знаю, как из Gravity Falls, какое-то имя. Слышь, реально, там же кто-то под лестницей живет. Там еще шрифт такой еще прикол. О! Стенди, чё? Ты гляньте, гляньте, что нашел. Да, я же тебе вообще-то говорил, маленький. Вы кто такие? Я вас не знаю. Окошечко какое-то. Консьержка. Для консьержки, да, вот реально. Ставь. Идеальное окошко для консьержки. Ложка? Окошко! О, тут уже все помыли. Так, сейчас я... Да на харе уже нажимать. Да, блин, я хотел программировать. Ну ты, блин, а я видео еще не закончил. Да, потом посмотришь. Да? Программирует обычно на питоне, как я. Ну да. Ну да. О. Визит. Ага, фигушки. Я автосбор случайно? А, да нет. Ну таких визиток автосбора не бывает. Там только будут 430. Ну, отключать не поплыли, не поплыли. А вот шахта, которая стоит, шахта.